Добро пожаловать на канал 18 соток. Сегодня покажу и расскажу вам о сорте острого перца Habanero Red, Habanero красный. Сорт Habanero Red. Habanero это самый острый из всех перцев, но у него жгучесть более, острота более мягкая, чем у худжалоки. И, наверное, это один из самых популярных перцев. Habanero означает «из Гаваны» в переводе. Этот сорт очень популярный в Мексике, на полуострове Юкатан. Считается, что это его родина. Это близкий родственник сорта Scotch Bonnet. Этот сорт не только очень жгучий, но в отличие от других сортов, имеет приятный, терпковато-дымный вкус. Плоды размером около 3-4 сантиметров в длину и около 2-3 сантиметров в диаметре. Созревают они от зеленого до красного за 95-100 дней. Высота куста может достигать 90 сантиметров. Вот так выглядит зрелый плод в разрезе. Толщина стенок около 2 мм. Очень сочный. Очень острый на вкус, но острота приятная. Это один из 250 разновидностей хабанера. Его острота по шкале Сковела достигает от 350 до 500 тысяч единиц. Все зависит от стадии зрелости плода. На этом обзор этого сорта я заканчиваю. Заходите на канал, смотрите другие сорта перцев.